Листовки с правилами пересечения железнодорожных переездов и профилактические беседы с автолюбителями. Рядом с платформой «Раздоры» прошел рейд по безопасности в зонах повышенной опасности. В границах Московско-Смоленской дистанции пути эксплуатируются 44 железнодорожных переезда. Из них 4 переезда с дежурным работником, и 2 из них переезда оснащены крышками УЗП, что осуществляет более беспрепятственный выезд автотранспорта в границе переезда. При подъезде к переезду установлены знаки ограничения скорости. Здесь водителю необходимо остановиться перед стоп-линией, а при сигналах красного цвета и поднятых крышках загородительного переездного устройства прекратить движение и пропустить поезд. Управление данным переездом происходит автоматически. При приближении подвижного состава к железнодорожному переезду заблаговременно срабатывает сигнализация на железнодорожном переезде. Данный щиток служит для того, чтобы предотвратить дорожно-транспортное происшествие, для того, чтобы дежурный видел, с какой стороны приближается подвижной состав. В целях безопасности работники железнодорожной службы ежемесячно проводят рейды, профилактические и разъяснительные акции. Кроме того, дополнительно проверяют состояние шлагбаумов, светофоров, сигнальных столбиков и дорожных знаков. Екатерина Крамер, Михаил Лакеев, телекомпания «Одинцова».